самое. Весовая категория до 57 килограммов. Надо смотреть этот бой очень внимательно. За команду Кубы выступает Юрий Ортис Гамбо Толедано. Олимпийский чемпион в категории до 51 килограмма. Его соперник Галиб Джафаров. По-моему, чемпион мира 2003 года. На Олимпиаде он не очень удачно выступил. Тем не менее, дело в том, что соперником Гамбоа Толедано будет другой олимпийский чемпион, соперником в финале Алексей Тищенко. Ну, честно говоря, думаю, это будет украшение всего турнира, этот бой. Но надо сказать, что мы еще вечером сегодня за выход в финал боксируем с командой Азербайджана, и надо ее пройти. Ну, это не пустая формальность, команда Азербайджана сильная. Да, это не, и как конкретно у Тищенко будет очень серьезный бой, он будет драться с Шахином Имрановым. Очень интересный боксер. Да, и я напомню, что на Олимпиаде этот бой они встречались, выиграл тогда Тищенко, бой остановили. По-моему, в третьем раунде. Тогда Тищенко уже, в общем, конечно, прочно захватил инициативу. Но там забаловали граждане судьи в том бою. И, в общем, нелегко далась победа Тищенко. А, между прочим, Галиб Джафаров отказался пока между... так сказать, бледнеть перед авторитетом. Мало что отказался. Вы знаете, у меня такое ощущение, что он чувствует кубинца. Вот смотрите, вот он бросается, кубинец бросается на него, и Джафара попадает навстречу. Это очень важное качество, особенно с первых секунд. Да, но вот сейчас там был хороший левый боковой в исполнении кубинца. Толедано? Да, и еще один удар. И что-то... Мне кажется, да, провалил сейчас Джафарова. Мне кажется, что Гамбо Толедано, в общем-то, уже вошел в бой. Вот и как хорошо сейчас встретил слева. Ну, во всяком случае, я говорю, что Джафаров поборется. Нет, и Джафаров не собирается. Никто и не думал, что вот там вот от нас молодой человек с камеры закрыл. Мы видели, зрители, телезрители видели этот удар, очень хороший провел Гамбоа Толедано. Ты немножко переднюю ручку включи. Включи, я имею в виду боксер Казахстана, переднюю ручку, вот ты подходишь и не бросаешь. И тем самым даешь возможность Толедано. Вот так. Это у них бывает. И даешь возможность Толедано без подготовки бросать тебе руки. То есть в ответ. Да, когда я сказал вот так, я имел в виду не эту танцульку в исполнении Гамбоа Толедано, а левый боковой удар, которым он завершил этот бой, очень хороший. А уже этот танец маленьких кубинских лебедей, это было именно вот, как он выражал восторг по поводу собственной атаки. И мне так кажется, что полностью вычислил своего соперника Юрий Ортис Гамбоа Толедано, при том, что Галиб Джафаров очень хороший боксер и, в общем, делает все возможное. Но я уже заметил такую вещь. Вот, и Ригондо Ортис, и теперь Гамбоа Толедано так не то чтобы отдают первую минуту, но, в общем, по-моему, их не очень заботят, кто там на первой минуте наберет очки. Главное изучить соперника, главное присмотреться. Хороший сейчас левый боковой провел Галиб Джафаров. Вот вы знаете, когда включает Джафаров переднюю руку, то есть он атаку начинает левой, правой, заканчивает левой, проходит. Проходит. И, видимо, надо вот этот момент закреплять. Вот и еще слева. Отлично, если бы еще отлично, повторно да. был слева, то было бы просто блестяще. Ну, вы знаете, я давно не видел, чтобы кто-то вел такой, в общем... Равный. Ну, не равный. Вот передняя рука, когда включается, его останавливает Толедано. Вот смотрите, вот Джафаров.
Ну, чаще надо ее бросать, да. Потому что он отыкается. Он подходит. Толедано подходит немножко ближе, чем это следует для атаки. Чуть ближе. Этим надо пользоваться. Ну, мне кажется, что вот Толедано тоже решил не рисковать в этом бою. Все-таки главный поединок впереди. Очень хорошо атаковал Гамбоа Толедано. И вполне возможно, что для наших в финале кубинцы готовят какие-то сюрпризы. Вот я не знаю, вы же много раз дрались с кубинцами. И скажите, у них не было такой вот тактики, что не раскрываться полностью вот в предварительных боях? Да нет, Александр, боксируют. Ну, предварительные бои бывают разные. Бывают в предварительных боях им закатывать тот такой бой, что не только скрывать, а дай бог выиграть этот бой. Это в боксе не такая вещь. Ведь когда выходишь на ринг, и соперник, ты чувствуешь слабее тебя, ты это чувствуешь сразу. То, естественно, ты можешь и поиграть, ты можешь там, я не знаю, жестко бить, можешь не жестко бить. Это в зависимости от ситуации. Установка секунданта, надо тебе боксировать или не надо, бывает так. А бывает, в предварительном бою ты выходишь, и ноги будешь нести оттуда, а не только там думать о том, раскрываться или не раскрываться тебе. Это все это из области фантастики, что кто-то выходит, кто-то раскрывается, кто-то не раскрывается. Нет, ну я, знаете, я знаю, что, скажем так, плохие боксеры, да, вот, и журналисты, они очень часто, знаете, пишут такую, как бы сказать, разрабатывают стратегию и тактику под то, что вот происходит на ринге, да. Ну, сочинение такое пишут. И на самом деле все не совсем так. Ну что, может быть, пожелаем Джафарову в этом поединке немножко. Я не знаю, что тут можно предложить. Увеличить темп, я думаю, что Толедано спокойно этот темп выдержит. Больше количество ударов в середине, вы знаете, в середине Толедано побыстрее, нужно выйти побыстрее. Переднюю руку, ну вот передняя рука, да, после любой атаки, выход из атаки обязательно левая рука. И она обязательно проходит. Я бы пожелал Джафарову довести дело до четвертого раунда, в сугубо эгоистических интересах. Все-таки лишний раунд, вот, пускай поработает. Помучает, да. Потому что драться с Тищенко, да. Потому что как Джафаров может победить Гамбоа Толедано, я не вижу, думаю, никто. Ну вот, вот так он и может победить. Ушел от атаки Толедано и контратаковал. Вот так и можно, ну так надо делать. Но это не всегда у него получается. Вот, это левая рука, левый боковой очень хороший. Неожиданный все время у Гамбоа Толедано. Неплохая задумка была у Джафарова. Он левый справа, не дотянулся справа. Ну а где левый это боковой? Ведь и после правой прошло бы левый спокойно. Ну, вот сейчас упустил, по-моему, момент, завис после неудачной попытки атаковать слева Гамбоа Толедано. Да, мы можем критиковать, но на самом-то деле на ринге олимпийский чемпион. Да, да. Ну, во всяком случае, Александр, нет упреков Джафарову. Да, упреков какие упреки? Хороший бой. Идет, старается. Да, безусловно. Очень хорошо. Вот левый боковой. Ну вот, поймал. Ну, не отпускай же ты, друг мой, не отпускай. Ведь задергал, поймал. Ну, момент был. Ну, ладно. Ладно. Но хороший бой ведет и, ну, проигрывает, конечно, и счет, который телезрители видят на экране, совершенно справедливый, но... Но бой интересный. Он бой интересный, да. И есть моменты, есть довольно много эпизодов, которые... выигрывает Галиб Джафаров. Опять же, Александр, вот боксер Айрмасов, ну у него не было желания выиграть, или у него не было желания даже проявить себя, он просто отдал спокойно бой. То есть тем самым, ну, помучил бы... Может быть, веры в себя не было. Наверное, ну, помучил бы кубинца. Ну, пускай они устанут до боя, к финалу, до встречи с нашей командой. Пожалуйста, всем другое дело. Джафаров идет и боксирует, и хорошо боксирует. А боксирует не с кем-нибудь. Вот сейчас смотри, не достаешь. А с олимпийским чемпионом. И одним из лучших команд, кстати, боксирует. И все. Ноги с ногами. Выложиться надо в этот, понял? Да. Ты дернул и дал. И на нем. Темп. Еще раз.
свою туману. Но ты бой эту камеру. Ну что ж, четвертый раунд заключительный. Та задача, которую мы поставили, скажем так, перед Галибом Джафаровым, он выполнил. Гамбу от Ильдана придется поработать. Еще раунд. Ну, идет такая карусель, который... Да, вот как... Ну иди, помочь, кубинца, бей, наноси удар, не давай же жить Толедана, вот не делайте паузу. Помучи, ну вот же неплохо. Вот, не, ну это чисто обычное такое, я даже не знаю, хамство пополам с наглостью было в исполнении Гамбоа Толедана. Взорвался. Ну бросай, кто же накажет? Вот кубинцы зарываются, каждый кубинец почти в каждом бою. Почему никак не может кто-то наказать? Ну, Александр, их наказывают столько раз на моих глазах, их наказывали столько раз. Ну вот я вижу этого здесь, я говорю, Кубок только мира? Этот турнир, да. А, вы видите Кубок мира, да, а так-то да, я... Да, конечно, много раз. Я повторяюсь, я кубинцы видел всяких. По-всякому они на ринге себя чувствовали, пили их как... Джафаров-то вон, кстати, вот выиграл один эпизод, второй, третий. И не давайте шаг, и ближе, немножко поближе, и выносить большее количество ударов. Уже начинают перебивать это середине. Дальше, поборись, побей. Мне кажется, я вот не заметил в арсенале у Джафарова хорошие удары левой по корпусу. Но зато он бьет, он начал сбоку заканчивать, с левой боковой начал заканчивать, и стало проходить. То есть то, о чем мы просили, что мы говорили, ну, да. не надо, вперед. Вот, теперь видно, что Джафаров, в общем-то, имел шанс это в этом бою. Хорошо, хорошо. Опять левая сбоку, да. Чего не хватало в первых двух раундах. И ну, снова. Давай еще, ну. Хороший бой, спасибо. Хороший бой. Да. Я бы от всей души искренне совершенно поблагодарил бы Галиба Джафарова. Скажите, я думаю, что он заслужил нашу благодарность хотя бы за то, что крепко вымотал Гамбоа Толедана в этом бою. Да, и был вообще хороший поединок. И мне кажется, что Галиб Джафаров, если ему не хватало уверенности в том, что он может победить олимпийского чемпиона Гамбоа Толедана, я думаю, что после этого боя он эту уверенность может обрести. Победу пальцем со счетом 48-35 победил Юриоркис Гамбоа Толедана.